Сейчас оно жалко. Ты сейчас охуешь. Ты ж шо за... Конечно, жалко. Представь, вот типа, сейчас увидишь, так открытые глаза я подходил. А вот в Урале вот это полная будка, блядь, пацаны. Под 20 год, пацаны. Смотри. А машины до сих пор работают, да? Да люди, блядь, ну прикинь, ну кто-то съебался, кто нет. Видишь, где все едет, а там снарядом куча лежит, ну там пизда, короче. Это джип какой-то разбит. Это люди, наверное, ехали. Вот это ж, наверное, мне и казалось, вояки. Что... Вояки? Это вояки все лет. Без номеров. Мать, все без номеров. А, вон два пулемета, бери себе, блядь, и стреляй нахуй. Я ебал, я нихуя не хочу.